в выглаженной школьной форме и яркими букетами спешили на 1 сентября в школу номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина и ее ученики. Ребята пришли пораньше, чтобы увидеться со своими одноклассниками, расспросить их, как провели летние каникулы. Но все разговоры прервали звуки вальса. Во дворе школы старшеклассники закружились в бальном танце, торжественно открывая первосентябрьскую линейку. Это 1 сентября для школы номер 1 второе. С момента открытия Пушкинской прошел год, за который много удалось сделать. Например, озеленить школьный парк. По этому случаю и в честь года экологии глава администрации Верхнесалдинского городского округа Константин Ильичев подарил школе целый мешок семян, поздравив коллектив Пушкинской с Днем знаний. Уважаемые педагоги, у вас начинается очень интересная пора. Желаю вам, чтобы здесь у вас поменьше было усталости, а больше было радости. Дорогие наши родители, наша школа номер 1 – прекрасная школа, и поэтому я считаю, что вы отдаете своих детей в очень крепкие, надежные, профессиональные руки. Поэтому я думаю, что наши дети будут здесь получать лучшие знания. Корпорация СМПО «Ависма» сегодня преподносит школе мемориальную доску в памяти о самом лучшем, о самом легендарном директоре школы номер 1 Евгении Борисовиче Колтунове. Первоклассникам Пушкинской молодежка ВСМПО вручила путеводитель в мир знаний, азбуку будущего инженера. Для самых маленьких учащихся 1 сентября случилось много новых и интересных открытий. И вместе с колокольчиком первого звонка они запомнят этот день надолго.